Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего прохождения GTA 5. Только в этой серии мы не будем ни проходить никакие задания, ни побочные задания, ни еще дополнительные задания. А вы помните, мы совсем недавно мы устроили такие небольшие поиски. Так, дайте-ка я наушники одену. Мы нашли машину, которая называется, короче, что-то там Зенторна, да? Вы мне посоветовали ее найти, я искал, потом нашел и специально для вас ее сохранил себе, протюнил и поставил в гараж в нашу коллекцию машин, можно так сказать. Но все же я на этом не остановился, я решил найти все самые крутые машинки в этой игре, протюнить ее и добавить в нашу коллекцию машин, чтобы потом мы смогли зайти в гараж и просто любоваться на этих красавиц. И вот, ребята, одна из них. Вот, я нашел ее вот тут, на этой, не знаю, на этой парковке. Вот я вам покажу место. Вот, вот смотрите, вот. Вот тут я нахожусь. Вот, у меня просто тут вот. У меня очень глючит это меню на эскейпе, на паузе, хрен его знает почему. Поэтому, кто хочет, сделайте скрин и потом приходите сюда. Но смотрите, ребята, на эту красавицу. Гроти Туризмо R. Я, ребята, специально для вас ее нашел, чтобы вам показать, что это за машинка. Да, в принципе, для того, чтобы ее себе, ну, себе ее украсть, протюнить, сохранить в гараже, чтобы у нас была память то, что мы нашли вот такую крутейшую машину. И действительно, ребята, она сейчас у нас вот тут. Я, ребята, надеюсь, что это видео все-таки заслуживает лайка. Я буду очень сильно рад, если вы его поставите. Давайте мы наберем 250 лайков для того, точнее, за то, что у нас сейчас новая серия GTA 5. Для того, чтобы следующая серия GTA 5 вышла как можно быстрее. Честно, ребята, как я уже много раз говорил, я все делаю для вас. То есть, если вы хотите видеть две серии GTA в день, пожалуйста, ребята, я их сделаю специально для своих подписчиков. Но все, что я требую взамен, это просто поставить лайк. Я буду очень сильно рад, если мы на этой серии наберем 250 лайков. Также приглашаю новых людей, которые на меня еще не подписаны, подписаться на мой канал. Я, ребята, честно и сильно прям очень радуюсь, когда кто-то на меня подписывается. Я просто, ну, радуюсь, что новый человек вступил в нашу большую дружную семью. И также, ребята, просто говорю всем спасибо тем, кто сейчас находится тут, смотрит это видео, поставит лайк, оставит свой комментарий и также подпишется на мой канал. И, ребята, мы сейчас приступаем к тюнингу. Я думаю, большого тюнинга на этой машине нету, потому что она сама по себе охренеть какая спортивная. И охренеть какая уже, вот суперкар даже пишет, какая она уже сама по себе прокачанная. Но это, ребята, должно быть прям чудо какое-то. Двигатель. Я вот это все не тюню, потому что это требует очень много бабла. Я не хочу вот это все тратить. Мы и так будем сохранять вот эти машины потом в гараже. А если мы даже будем потом участвовать в каких-то гонках, то потом я все это и протюню. Но не сейчас. Вот так, давайте. Клаксон, не хочу. Фары. Фары можно заменить. Я не знаю, какие... Так, крыша. Это стандартная крыша. Это крашеная крыша. Ага, а спойлер какой? Ага, это без спойлера, это чуть-чуть. Вот это, конечно, самый лучший. Видите, он уже установлен, ребята. Потому что это суперкар, тут уже все, можно сказать, нормально установлено. Все как. Но перед тем, как это все делать, нужно ее перекрасить. А я, если честно, не имею представления. Основной цвет, хромированный. Я хочу что-то очень крутое. Что-то очень крутое. А, какие сочетания? Какие есть крутые сочетания? Ну, красный с черным — это стандарт. Красный с черным — это стандарт. Красный Торино, красный формула. Ну, давайте Торино попробуем. Вот он у нас уже стоит. Опа. Это можно же все настраивать. То есть вы видите, опа, ярко-оранжевый. Это очень даже ничего такой. Давайте вот это ярко-оранжевый. Мне он понравился. А дополнительный цвет — металлик. Дополнительный цвет сделаем черным, как и сейчас, да? Ага, винно-красный. Хм. Давайте все-таки, мне кажется, черный. Зеленый, прикольный. Или наоборот. А ну, сейчас посмотрим. Или синий.
Синий, нет, синий с красным. В принципе, синий с красным очень даже очень подходит, но не на этой машине. На этой машине он смотрится очень хреново. Согласитесь, что синий с красным на этой машине очень, очень фиговенько смотрится. Я хочу черный. Тут есть где-то черный, вот, карбоновый черный. Ну, пускай будет уже такой, как сейчас. Нормально. Нормально. Так, дальше. Дальше. Дополнительно это все нормально. Фары. Вот фары. Расположение. Вот так. Цвет. А зеленый? А может, давайте мы еще зеленый попробуем? Вот смотрите, дополнительный цвет. Металлик. Какой-то зелененький. Будет ли он подходить? Гоночный зеленый. Вот так. Я не знаю, честно, ребята. Ну вот этот не... Нет, этот не подходит. Не, ребята, не будет. Не будет. К этой машине не подходит. К этой не. Так, ладно. Тогда... Тогда делаем банально красный или оранжевый. Оранжевый, потому что все красное, это будет не очень. Так, замечательно. Подвеска, колеса. Колеса. Я, если честно, не знаю, какие. Может, даже какие-то очень-очень-очень прикольные. Давайте эксклюзивные. Вот эти очень классно выглядят. Нет, вот эти. Мне нравятся вот эти. Очень сильно. Я не знаю почему, но очень. И красненьким. Во. Во. И вот тут красненьким. Во, замечательно. Шикарно просто. Мне нравится. Стекла я не хочу. Ну все, в принципе, больше тут, ребята, ничего нету. Сейчас посмотрим. Перламутровый цвет. Ну, в смысле, не перламутровый. Это, знаете, мы сначала необычный металлик, да, ставим. То есть, красим красный, и все, машина красная. Мы сначала поставили красный, потом на нее залили ярко-оранжевый. И то есть, мы ее как бы перекрасили, я не знаю, как это называется, перламутровый или что-то в этом роде. То есть, скрестили, можно так сказать. Красный, ярко-оранжевый, и получилась вот такая красно-ярко-оранжевая. То есть смотрите, если вот так смотреть, вот тут, она красная. Если вот так смотреть, она оранжевая. То есть видите, она переливается. Если честно, это очень круто. Это мне нравится. И знаете что, я просто хочу сейчас в одно место... Я сейчас хочу в одно место поехать. Если мне повезет, там будет еще одна машина. А зачем я туда еду? Это следующая машина, которая будет у нас в следующей серии. В следующей серии этой рубрики тюнинг. Ну, находим и тюнингуем машины. В следующей серии это будет, ребята. Я хотя бы постараюсь ее найти. И как я смотрел, она должна быть... Да, она должна быть вот тут. Нифига, смотрите, какая эта машина низкая. Смотрите, какая она низкая. Что она врезается даже... Смотрите, она не заезжает на бордюр, потому что она такая низкая, что даже не может сюда заехать. Так, что я стукнул? Вот тут должна быть эта машина, ребята. Ух, какой классный мотоцикл. Вот тут должна быть та машина, которую я потом попытаюсь, ну, найти и... И, короче, следующая машина, которую я попытаюсь найти и затюнить для вас. А какая машина, я, ребята, вам не скажу, потому что это будет сюрприз. Я ее попытаюсь найти. Кстати, сейчас, давайте мы сюда вот тут притормозим. Гараж. Я, ребята, уже купил гараж для Тревора. Да, я уже приехал с его деревни, с его села, с этой пустыни. Приехал в нормальный город Лос-Сантос и уже купил ему даже тут гараж. И он уже у нас есть. Сейчас мы туда просто-напросто поедем и сохраним вот эту шикарную машину, потому что мне она очень сильно нравится. Офигеть. Она такая скоростная, что, если честно, ну, немного даже страшно на ней управлять, потому что она реально очень быстрая. Я не хочу ее поцарапать, я хочу ее новенькую довести в гараж и просто-напросто сохранить ее там, да? Так. Тихонько, тут, ребята, очень тихонько нужно, потому что, видите, что тут транспорт, прям трафик этот очень... Ой, сейчас, куда нам? Ага, нам сюда. Очень много машин ездит, поэтому нужно сюда. Вот, ребята, вот наш гараж.
Красавица ты наша! Это кто там? Кто там? Чувак за нами следил, ребята. Отсмотрите на эту красавицу. Она мне очень сильно нравится. Она реально мне очень сильно нравится. Ох. Так, сейчас. Во. Вот, ребята, даже от первого лица. Давайте сядем в нее. Давайте сядем. Какой звук двигателя. Офигеть. Очень крутая машина. Мне она реально очень сильно нравится. Так, особый транспорт. Я беру только особый транспорт, чтобы выехать с гаража. Он нужен только для этого. Ну, чтобы просто-напросто, когда ты выехал с гаража не на той машине, на, ну... Когда ты поставил какую-то машину в гараж и на ней не хочешь никуда выезжать, да, чтобы ее там не взорвать или еще что-то. То, опа, нет, это не очень. То ты просто-напросто берешь машину, которая тебе дается бесплатно, да, то есть какая-то там секретная, не то что секретная, вот эта дополнительная машина, да, чтобы просто выехать с гаража и не искать машину, когда ты с него выйдешь, да, сразу на вот этой. И давайте мы еще раз сюда заедем, может тут еще какая-то крутая машина заспавнилась. Вот тут, ребята, на этом месте всегда... Всегда спавнятся какие-то крутые машины. Вот, вот тут, вот, смотрите, вот это там классная. Тут Зенторна может заспавниться. И вот та машина, которую я только что нашел. И вот она может заспавниться. И знаете, как самую лучше искать вот эти крутые машины? Смотрите, точку, смотрите, радиус, как я искал. Оттуда я выехал, я ехал, ехал, ехал. Вот смотрите, это мой круг был, по которому я ездил полдня, чтобы найти вот эту крутую машину. Вот, я выехал с той парковки, заезжал отсюда. Точнее, заезжал сюда, смотрел вот тут, потому что вот тут, видите? Так, да дай мне пушечку, как, вот. Так, вот. Вот тут она тоже, тут тоже может какая-то крутая машина заспавниться, тот же Зенторно или еще какая-то. Отсюда я ехал сюда налево, тут направо. Это мой маршрут, ребята. Я много раз тут проезжал, потому что машина не заспавится в ту же секунду, когда вы туда придете. Она не заспавится с первого раза, а там может потребоваться полдня, чтобы она заспавнилась. И вот сейчас, когда она заспавнилась, я делаю это видео, потому что она все-таки наконец-то заспавнилась. И тут я поворачиваю налево и еду тут. Тут смотрите по сторонам, потому что тут может заспавниться True Fate Adder. Вот. Я не успел сказать, что тут может заспавниться True Fate Adder, и вот она заспавнилась. Ребята, это миллионная машина, которая нам сейчас повезло, что она тут перед нами заспавнилась случайно. Эта машина стоит 1 лям, ребята. И она тут сейчас случайно заспавнилась. Хоть перед этим, когда я ее искал, мне понадобилось около... Вот тут я налево заворачивал, мне понадобилось охренеть сколько времени, чтобы она заспавнилась, чтобы я ее нашел. А вот сейчас, когда я просто-напросто показывал вам маршрут, как я ездил, чтобы найти крутые машины. Вот тут я заворачивал опять, поэтому пути возвращался назад. Когда я вот сейчас я вам показывал, как найти крутые машины и где лучше всего их искать, она заспавнилась. Ну, вы сейчас сами видите, ребята, что по этому маршруту, по этому кругу, когда я сейчас езжу, да, можно найти очень крутые машины. По этому радиусу, по этому маршруту, что я сейчас проезжаю, можно найти Зенторна, можно найти вот эту True Fate Adder за 1 миллион, и можно найти вот ту, которую я нашел на начале этой серии, Grotti Turismo R вроде. И вот эту можно найти, и вот эту, ребята, можно найти. Это такая обычненькая, ну как обычненькая, она уже протюненная, видите? Она уже протюненная, а это как будто нам бонус, да, какой-то дают. Она тоже очень крутая. Но все же, ребята, давайте мы будем уже на этом заканчивать. Я сейчас пойду и сохраню эту машину, хоть она у нас уже есть. Мы ее находили вроде за Франклина, да, она у нас есть в гараже. Но все же, такая машина не каждый день встречается, поэтому я и эту тоже сохраню. Ребята, еще раз скажу. Хотите новую серию GTA 5 как можно быстрее, даже сегодня, то есть две серии GTA 5 за один день, или если вы хотите, чтобы новая серия GTA 5 вышла завтра, или просто-напросто, чтобы меня поддержать, я буду очень сильно рад, кто поставит лайк на это видео и, в принципе, скоротает время выхода новой серии, и также просто-напросто сделает мне приятно.
кто подпишется на мой канал, кто еще не подписан, подпишется. Я рад каждому новому подписчику, честное слово, ребята. Поэтому